Всем привет! Мы хотели продолжить наши беседы о вокале. И сегодня мне хотелось сказать несколько слов о очень важном элементе во время пения. Это образование звука, звукообразование. В звукообразовании в первую очередь участвуют наши вокальные связочки. Очень часто люди приходят, они хотят петь, открывают как бы рот, но звук производится очень непонятно. И для того, чтобы звук стал красивым, очень важно понять, что звук издается нашими вокальными связочками, голосовыми связочками, вокальными нашими связочками. И для того, чтобы звук был красивый, звукообразовался, для этого очень важно вот нашими связочками, которые здесь находятся, красиво произносить, научиться красиво произносить гласные звуки. Именно гласные звуки произносятся, образуются на наших голосовых связках. То есть наши гласные звуки О, А, И, Э, Ю, Я. Их не так много, но если певец научится очень идеально произносить гласные звуки, это уже большое достижение в развитии певческого голоса. Спасибо за внимание.